советника президента Путина. Первый ваш совет. Второй вопрос. Должен ли я опасаться президента Казахстана Назарбаева о том, что северные территории, северные области Казахстана будут аннексированы Россией в связи с тем, что там проживает более 70% русскоязычного и русского населения? Спасибо. Да, вы задали два вопроса. На один ответить сложно, на второй очень просто. Вы спрашиваете, если я теоретически стану советником Владимира Владимировича Путина, какой совет я ему дам? Знаете, прежде чем дать такой совет, я буду очень долго думать. И поэтому, прежде чем ответить на этот вопрос, мне тоже надо будет подумать очень долго. Потому что, попав на такой ответственный пост, глупые советы давать точно не хочется. Поэтому сейчас импровизировать и за 30 секунд что-то выдумывать я не стану. Теперь второй вопрос. Надо ли Казахстану опасаться аннексии со стороны России северных казахстанских территорий? Ну, вот это, по-моему, очевидная глупость. В России нет желания аннексировать чьи бы то ни было территории. Потому что для меня Казахстан и Россия – это один народ, одно государство. Ну и как-то левая рука не может правую руку аннексировать. Они могут только вместе жить, вместе, так сказать, осуществлять какие-то действия. То же самое Украина. Ну как Россия может Украину аннексировать, если Украина и Россия – это единое целое, это один народ? Это все страшилки западные.